кто погиб, нас от смерти спасая. И в день поминальный зажжем им свечу. В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции участвовали сотни тысяч советских граждан. В их числе были и наши земляки, 57 человек. Половина из них уже нет в живых. Прошло 30 лет. Казалось бы, забываются какие-то подробности, но память об участниках, о тех событиях, боль в сердцах всегда будут оставаться с нами. Десятки людей сегодня пришли в Воскресенский сквер, чтобы вспомнить подвиг тех людей. В конце апреля этого года ушел из жизни еще один ликвидатор последствий аварии Николай Сотников. Минуты молчания почтили память тех, кто отдал жизнь за спасение не только России, но и Европы. Мы чтим и помним в своих сердцах братьев-чернобыльцев, которые ценой своей жизни и здоровья сохранили распространение ядерной чумы в мире. Участники митинга возложили цветы к мемориалу Устюжанам, участникам ликвидации радиационных аварий и катастроф. Юрий Воронин, новости провинции.